Здесь несколько системных проблем, которые в один узел сплетены, которые непонятно, как разрубить, честно говоря. Проблема номер один – конкуренция с Голливудом. Дети и подростки хотят смотреть голливудское кино и анимацию. Вы не перебьете фильмом о подростках и их проблемах обаяние «Пиратов Карибского моря» или «Железного человека». Это невозможно. И не надо даже пытаться. И в Советском Союзе смотрели фильмы про детей и про подростков, и можно было вкладывать в это деньги и силы, и снимать таких фильмов много, и снимать хорошие фильмы, потому что не было конкуренции этой. Ее не было. Сегодня она есть, и в ней нам не победить. Это первое, что надо понимать. То есть либо северокорейская модель, закрыт рынок вообще, производить только свое и надеяться, что когда-нибудь количество перерастет в качество, пока не перерастает. Или смириться с тем, что дети будут смотреть про Джека Воробья и Капитана Америку. Ничего в этом плохого нет, замечу, с моей точки зрения, потому что главная задача не рассказать подросткам, как они живут, они лучше нас знают, как они живут, а научить их отличать добро от зла, правильный поступок от неправильного, и голливудское кино занимается этим замечательно. Оно именно на это нацелено. Оно более поучительное и моралистическое, чем даже советское старое кино. Значит, это первая проблема. Вторая проблема – это абсолютно прервавшаяся традиция. Советская традиция к нам неприменима. Сегодня подросток не примет тех условных, придуманных подростков на экране, не похожих на него, он хочет видеть что-то реальное. А у нас очень мало больших талантов, которые принимаются за это. Собственно, я могу назвать один такой талант. Это Валерия Гай-Германик, которая сделала фильм «Все умрут, и я останусь» и сериал «Школа». Она показывает реальную, довольно жесткую показывает школу, школьников, о чем они думают. Сейчас я видел фильм Оксаны Карас «Хороший мальчик», он победил на кинотавре. Я уверен, что при этом больших сборов у него не будет, потому что в нем показана опять такая немножко сладкая, глянцевая такая Москва мечты, где живут подростки, которых нет на самом деле. То есть, может быть, отдельные есть, но вот они собраны в один фильм, в один класс, в одну придуманную школу. Я не уверен, что детям такое будет интересно смотреть, особенно в сравнении с Голливудом. Вот серьезно. И это вторая проблема. Поэтому третья проблема – то, что кино про детей для детей должно писаться тонкими психологами, а не управляться установками, спущенными из Минкульта, чему детей и как надо учить. Понимаете, это как… Плохой учитель, он по методичке может заниматься, и дети даже будут на его уроках формально что-то записывать, сдавать тесты, но вот они вышли на перемену, и из головы все вылетело.